кулинарные хитрости. Как превратить обычные продукты в праздничное блюдо. Праздники – это всегда, когда хочется порадовать себя и своих близких чем-то интересным, чем-то вкусным, чем-то особенным. У меня всегда есть время и возможности для каких-то сложных кулинарных рецептов. Не отчаивайтесь. С помощью простых приемов и доступных ингредиентов вы можете создать блюдо, достойное любого праздничного стола. Для этого вам понадобится необычная подача, формочки. Используйте формочки для вырезания фигур из овощей, фруктов, сыра. Добавляйте оригинальный соус, который станет изюминкой вашего блюда. Ну и, конечно же, украшения. Используйте зелень, ягоды, орешки, разные специи для украшения ваших блюд. Не бойтесь пробовать новое, даже если это кажется вам странным. Используйте свою фантазию. Привнесите рецепт в свою индивидуальность. Готовьте с любовью. Позитивное настроение – залог успеха любого продукта. Помните, даже самые простые продукты можно превратить в праздничное блюдо, если только подойти к процессу творчески и с любовью. Не бойтесь экспериментировать, и ваши гости будут приятно удивлены.